открывай, дверь! Полиция, открывай! 5 секунд, и водитель иномарки оказывается в наручниках. Таков финал наркобизнеса. В Можайском районе столицы инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, в салоне которого находился подозреваемый. В ходе осмотра транспортного средства под водительским сиденьем обнаружено 2 свертка с веществом, которое по результатам исследования признано наркотическим средством героином общей массой более 260 граммов. Но основную часть смертельного порошка хозяин иномарки хранил у себя дома. Вот здесь оставляй, сейчас он снимет. Оперативники фиксируют на видео изъятие более 7 килограммов героина. Здесь же весы и упаковочный материал, необходимые для фасовки крупной партии на дозы. Банковские карточки, соответственно, мы изымаем. Жителя одной из стран Центральной Азии подозревают в незаконном сбыте особо крупной партии наркотиков. Злоумышленник действовал по нехитрой схеме. Расфасовав героин, он делал так называемые закладки в разных районах Москвы. За каждую дозу получал до 1500 рублей. К себе на родину мужчина теперь вернется не скоро. За незаконное хранение и попытку сбыта наркотиков он обеспечил себе солидный тюремный срок в российской тюрьме. Суда подозреваемый дожидается под стражей. Полицейские выясняют, у кого задержанный покупал героин. Денис Бушуев, Максим Ларин и Дмитрий Трудников. Петровка, 38.